В многоквартирном доме номер 4 на улице Центральной в Щелкове начался капитальный ремонт кровли. Здесь приведут в порядок скатную крышу с заменой стропильной системы. Рабочие уже приступили к демонтажу старой кровли. В этом году в городском округе Щелково запланирован ремонт 45 домов. Узнать, вошел ли ваш дом в адресную программу, можно на сайте Фонда капитального ремонта общего имущества МКД, который вы видите на экране.